Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Скрипка, и сегодня мы будем поиграть в текст 13 карт. Потому что понимаете, при этом мой текст на экране висит, не висит. А! Пофиг. Тяну руку в ответ. Я тут прожил. Говорить. Наконец-то мне сказал свое имя. И очень резко обвинил истину. Черт. Ничего не хочу. Видите ли? Приделаю солнечные очки. Ай, вы упали на держащий пол без сознания. Полежу хоть. Автор, ты на нормальная. Вы пытались встать, но на вас упала книга. И начал, наконец-то тебя узнал. Он взял кино и начал все снять, и ты. Что вы делаете? Дарья, королева пиковая. Незнакомец нажал, забрал кнопку. Незнакомец стал самым обычным пиком. Стоп, пик ваш переводчик в картичный мир. Ваша внешность черная, красивый волос на плеч, рубашка черная с красными клетками, брюки. Белые кеды, красивые глаза, коричневая одежда, шлем, викинг. Не точно вам викинги, и в прошлом их не носили красные веснушки, в форме черной просмотры. Характер ваш. Но я знаю, грубые тонкие отношения. Уйди, я с тобой не дружу, боится Габриэль. Игнорирую. Как ты можно без этого спорить? Даш не прикалывается, любит Вару. Она очень группа, не любит зонтик. Группость я бы не любил. Даша, просто иди сюда. Каждый день делает приятный сюрприз, очень любит пик. Я пыталась подружиться, все иначе раз Николь. Лучше подруги Эмма. Молча я побеждаю Клео. Она возможно, в душе добрая, а так не хочется чувствовать Хелли. Рисую. Ну, бывает, увидимся до серии. Вот так пришли. Я прошла этот текст наконец-то. Теперь буду проходить другой всем в серии.